мы Светлана, Александр и Александрина Пушкина. Мне по жизни везет. Как в том фильме, в 40 лет я вышла замуж, и в 40 лет все только началось. Мы познакомились в интернете, поженились на 23-й день, на 25-й обвенчались. И поэтому уже вот 11-го мы отметили только свое 5-летие, мы молодые. И уже изначально я интернет уважаю только за то, что он мне подарил моего Пушкина. Мне везет, потому что 3 года назад меня муж забрал в Москву с маленького провинциального городка Сульяновска. И вот 3 года я осваиваю Москву, и у нас все было замечательно, у нас была только одна мечта – семейный бизнес. Где его найти, когда у тебя на плечах миллипиперный ребенок в 43, 44, 45? 46. Вот. И мы пришли на личный бренд Ирины Антон Долженко. Она долгое время была у меня в соцсетях, в одноклассниках, в друзьях, и я, честно, не обращала внимания до тех пор, пока приблизительно одновременно в одно время у нас не появились дети. И вот тогда я стала обращать на нее внимание. У нее все растет и развивается, а наша маленькая, маленький наш бизнес, традиционный на Преображенском рынке, благополучно загибается. Я изучила все от и до, чем занимается семейство Долженко, и попросилась к ним в команду. Нам повезло, у нас замечательные наставники, и по меркам продвижения мы очень медленные директора. В компанию мы присоединились 23 августа 2015 года. В прошлом каталоге мы открыли квалификацию старшего директора. Вообще у нас открываются за 3-4 каталога. Мы онлайнщики. Поскольку ребенок на руках, я за этот год не продала ни одной помады, не показала ни одного каталога. Каюсь. Но на сегодняшний момент в нашей организации около 100 человек в премьер-клубе. Доля wellness в нашей команде 39%. И я хочу ее поднять wellness life плюсом до 90%. Это моя цель. И самое главное, наша цель на сегодняшний момент, это чтобы в нашей команде было 100 бриллиантов.